делаю джин. Вот такая вот у меня. Ну, правда, уже высыпал, было все пакетики. Вот такой вот мешочек. Вот содержимое. Мешочек завязали. Содержимое мешочки отправили в самогон. Литров 3 литра тут. Градусов 60 с чем-то. Дней на 10. Сейчас еще одну баночку такую же сделаю. Вот так вот джин настоялся у меня 10 дней. Вот так вот джин настоялся 10 дней. Сейчас разбавлю, буду перегонять. Ну все, залили, разбавили, подлили. Так, вот отобрал головы. И мне получилось где-то 2800 крепкостью 96 джина. Ну, вроде нормально. Видно, да? 96 он. По максималке, короче. Пахнет джином прям. Вообще огонь. Разбавил до 2 литров крепкостью 40. Блин, пахнет прям. Прям вообще офигенно. Джин-джином. Пускай до завтра отдохнет. Завтра маленько подкрашу. И буду разливать бутылочки. Все, до завтра. Так, джин отдохнул пару дней. Сейчас его подкрашу. Наделать я буду вот таким вот сиропом. Вот такой вот красивенький получился. Буду разливать бутылочки.